Фильм «Манчестер у моря» – подлинный шедевр, глубокий и эмоциональный. Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. 6 номинаций на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана» и «Лучший режиссер». Мое сердце было разбито, но ведь ты тоже страдал. Нет, ты не понимаешь, дело не в этом. Неправда. Продюсер Мэтт Дэймон. «Манчестер у моря». В кино с 23 марта.